Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео о парфюмерии. Я расскажу о парфюмах, которые я пользовалась, ну и буду продолжать пользоваться в течение мая месяца. Меня тем более спрашивали. Ну, можно сказать, да, что это парфюмерия весны моя. Вот, конечно же, наступит жара и все изменится. Но обещаю, вроде как говорят, что у нас в Санкт-Петербурге, живу я в Санкт-Петербурге, жары не обещают в это лето. Это, конечно, очень печально на самом деле. Вот, у нас сейчас температурный режим такой, да, чтобы вы понимали. Ну, вот пару дней всего было плюс 15, а так где-то 10, а то и меньше. Вот, поэтому не скажу, что пасмурно выглядывает солнышко, поэтому, соответственно, ароматы такие, возможно, те, кто живут на юге России, вам, наверное, слишком... Хотя, говорят, и на юге России тоже холодно. И также мы с вами в конце откроем вот эту посылочку с сайта Духи РФ. Конечно же, у меня появился новый аромат, и это как раз-таки аромат. Это мой основной подарок на мое день рождения. Шел он очень долго, за что хочется ругаться. Эти посылки вообще с сайта Духи РФ идут с Москвы, но, видимо, курьер шел пешком, прямо с Москвы, потому что сам курьер пытался до меня добраться дней 5, наверное. Ну и там плюс сборка, туда-сюда, все такое. Давайте расскажу о ароматах, которых я использую сейчас. Во-первых, я использую все свои пробники. У меня тут целая коробочка, еще там внутри у меня есть. В общем, стало как-то вот я решила, думаю, что на них смотреть. Они же тем более будут выветриваться, поэтому решила их активно использовать. Также использую у меня два бокса, да. Есть с сайта Rendezvous, вот такие, это 45-й и номер один. Номер один — это избранные селективные ароматы. Тоже, кстати, очень классный набор, тоже хорошо. Ой, у меня тут все накидано. Можно познакомиться с ароматами. Вот такие вот здесь ароматы, такие основные, такие тоже достаточно популярные. Вот, так что для знакомства вот такого с ароматами, вот эти боксы мне очень нравятся. И второй — это вот этот 45-й. Вот этот первый набор, он у меня уже очень давно, но мне больше по душе вот этот 45-й. Не знаю почему, вот последний, который купила, из него я чаще всего беру, пробую ароматы. Как-то так получается. Ну и основная парфюмерия, которой я сейчас пользуюсь, это 4 аромата. Ну и, соответственно, новенький — это будет 5-й аромат. Начну с того, которым не так часто я пользуюсь, но все же по настроению у меня бывает. Это вот такой вот Мюглер или Мюглер. Правильно сказать, это у меня версия не парфюмированная, а туалетная вода. Ну, все знают вот это, я не помню, как он называется. Аура, да? Да, это туалетная вода, не парфюмерная вода. Одного пшика достаточно, чтобы вы благоухали целый день. Это зеленый аромат. Это аромат, мне кажется, свежескошенной какой-то травы. Но вот сейчас, когда еще нету зелени на улице, вот этот аромат у меня заходит очень хорошо. Но не так часто я им пользуюсь, как другими ароматами. Следующий аромат, которым я уже пользуюсь почаще, это, конечно же, мой любимый Lancôme Love Belle. Разные версии. У меня есть версия с малиной, это версия с розой, и у меня еще есть с кокосиком версия. Хочу, конечно, еще разные версии себе собрать, естественно. Вот. Но пока то, что есть. Это классическая версия Lancôme Love Belle, разбавленная розой. То есть роза придает такую горчинку этому аромату, и он становится такой более легкий, более воздушный, не такой терпкий. Его я в основном наношу, когда на улице прохладно. Когда нет солнышка, вот он как-то, знаете, так согревает, и при этом розочка, вроде какие-то цветочки, да, вроде при этом и как-то вот тепло. То есть такой классный аромат, я его очень люблю. Это у меня сотка, видите, сколько я его уже изюзала. С учетом того, что у меня достаточно много ароматов, я считаю. Но я не останавливаюсь, как вы видите. Еще один аромат, это покупала я, по-моему, в прошлом году. Juliette Hazegan. Вот такой вот, это Vanilla Webs, да, правильно так он называется, Vanilla Webs, Juliette, ну вот в такой бутылочке он, по-моему, единственный там. Это солнце и ваниль, это все, что я могу сказать про этот аромат. Тоже часто его наношу
когда нет солнышка, и даже когда есть солнышко. Мне кажется, здесь даже какая-то морская соль, что ли, есть, я не знаю. Единственное, что ваниль, конечно, ее здесь много, и в жаркую погоду она все-таки меня придушивает, в холодную погоду не хватает тепла в этом аромате. Но вот реально ассоциации такие вот: морская соль, солнце и ваниль. Но ваниль не кондитерская, не приторная, а такая слегка с горчинкой. Вот прям то, что нужно. Вот очень мне нравится. Он, кстати, я его часто еще использовала в начале сентября. Такое. Ну, в общем, классный аромат, девочки. Очень классный. Мне он нравится. А, кстати, у меня здесь был пробничек в этом 45-м. Вот этот вот Juliet Hasegan, который в белой упаковке, который Not a Parfum. Вот мне он что-то не зашел. Вот этот вот. Вот здесь пробничек. Что-то он мне не зашел, не знаю. Вот этот аромат мне нравится намного больше. Намного больше. Ну, как-то, видимо, да. Вот. И, конечно же, мой любимчик. По-другому просто быть не могло. Я обожаю все ароматы этого бренда. Хочу собрать целую коллекцию. Мне кажется, что именно этот аромат у меня уже заканчивается. Это Attar Collection. И это у меня Queen of Sheba. По-моему, правильно так называется. Вот такой вот. Конечно, сам флакончик, он и сам флакончик мне нравится, и его содержимое. Здесь есть все, вот на мой взгляд. Он стартует с такой легкой зеленой ноткой, потом какая-то сладость, цветы, немножко цитрусовых, чуть-чуть свежести, чуть-чуть цветочности, чуть-чуть сладости. Я получала с этим ароматом комплименты не раз. Моим мужчинам домашним очень нравится вот этот аромат. Держится практически целый день. Ну, наверное, ближе к вечеру, там, если нанесли, там, грубо говоря, в 9 утра, то там часов 6-7 можно еще обновить. А так он достаточно долго держится. И из Attar'ов, наверное, вот этот все-таки самый любимый. Он действительно, он такой легкий, девичий. Причем неважно, сколько вам лет. Он именно такую женственность, девичий такой аромат, знаете, вот неважно, сколько вам лет, даже если вам, я не знаю, за 80, и вы будете наносить этот аромат, все равно будет такая некая игривость, что ли, не знаю. Я не скажу, что это сексуальный аромат, это скорее такой игривый аромат, очень классный. Просто вот надеюсь, что все будет хорошо, и я все-таки соберу еще и остальные ароматы. Единственное, что минус вот этих бутылочек, я не знаю, сколько у меня там осталось. Вот, вроде бы она уже стала такая полегче, так что боюсь, что придется скоро повторить его. Если они не пропадут с рынка, хотя это же производство Арабские Эмираты, здесь даже написано, и вроде как не должно пропасть. Но поеду в Арабские Эмираты ради этого аромата. Так. Давайте будем вскрывать посылку. На самом деле, с момента передачи в курьерскую службу до получения этого заказа, курьерская служба у меня была компания СДЭК. До получения мной этого заказа прошла неделя. Я говорю, наверное, пешком шли еще. Вот. Так, заказала я этот аромат именно на духи РФ. Почему? Потому что духи РФ дали мне дополнительную скидку. То есть у меня там были накоплены бонусы, по-моему, 400 или 600 бонусов. Плюс ко всему мне дали скидку 10%. И у меня получился стоимость этого аромата очень-очень хорошая. Вот, пакетик духи РФ. Зачем? Не знаю. Так, здесь еще у меня прям подарочки. Ну, тут один аромат выбрала я. Ну, это он, наверное, есть. Все вот так вот отлично запаковано. И этот аромат, который благодаря вот этому набору, я вам говорила, что я его выделила из всего набора, именно этот аромат. Я не то чтобы его выделила, я настолько в него влюбилась, что мне вот реально ничего не надо было, кроме как этот аромат. Это, знаете, когда... То есть он настолько у меня запал, что я просто о нем постоянно думала. И у меня вот этот вот пробничек, кстати, его мне надолго хватило. Он у меня абсолютно пустой. Я его просто весь на себя вылила. Этот аромат, который я хочу вдыхать и вздыхать. И если будет лето холодным, ну, по меркам Питера, да, то он у меня будет идти и летом. И это парфюм
Парфюм де Марли Мелиора. Обалденный аромат. Просто обалденный. Там можно было купить тестер, но я решила, что раз у меня день рождения, я хочу не тестер, я еще хочу красивую коробочку. Вообще он по цене был дешевле именно на рандеву. Там подешевле он был, но так как у меня была скидка и бонусы, то получается, что на духи РФ этот аромат, вот он. Боже мой. То этот аромат на духи РФ дешевле. Во-первых, бутылочка такая, она тоже мне почему-то вот отдает Востоком. Хотя Восток дело тонкое. Интересно, кто это? Производитель. Ну, производитель Франция. Но мне почему-то вот тоже такое нечто восточное. Я на себя несу. Пустой пшик. Еще один. Боже, это нечто. Это вообще нечто просто. Я так рада, что он у меня появился, девочки. Это вообще, это любовь. Это вот как Attar Collection, да. Это была любовь вот просто с первого вздоха. То же самое и вот этот Марли. Это просто нечто, девочки. Он просто женственный аромат. Вот так пахнет женщина. Я не знаю, для меня как-то так. При этом он сладковатый, он пудровый, он цитрусовый, он цветочный, он сладковатый, возможно, даже какой-то фруктовый. И все, это он. Причем он и даже чуть-чуть зелени какой-то есть на старте. И вот это все, оно играет в течение дня. Обалденный. Под конец остается такая легкая пудровость. Ну, пудровость такая, знаете, вот когда вы купили просто дорогущую, просто нереально дорогую пудру, я не знаю, дали всю зарплату на эту пудру, и вот, вот так вот она пахнет. Обалденно. Просто обалденно. Ну и бутылочка, конечно, тоже. Бутылочка тоже мне очень нравится, она меня очень радует. Но это нечто. Он из кислинкой какой-то. Он из... Я не знаю, это реально надо пробовать, потому что он просто обалденный, девочки. Он просто обалденный. И, кстати, вот его я захотела именно вот, как я уже сказала, чтобы у него была оригинальная коробка. То же самое, как все Attar Collection, я покупаю не тестеры, а именно в оригинальной коробке, чтобы у меня была обязательно крышка, потому что тестеры могут прийти без крышки, без оригинальной коробки. Скорее всего, они приходят без оригинальной коробки и без... Боже, вот сейчас вот он слегка такой цветочный с кислинкой. Дальше будет идти вот эта пудровость такая приятная. Ну, это просто обалдеть. И обошелся мне этот аромат в 10 082 рубля. Вот так вот. Супер. Мне кажется, дешевле уж точно не найти. Правда, сейчас курс доллара все падает и падает, падает и падает. И, может быть, и не стоит делать пока что такие покупки. Но, с другой стороны, я не думаю, что вот эти производства Франции, что стоимость упадет. Да, Атары, может быть. Атары, кстати, вернулись на ту стоимость, на которую они были изначально, до всех вот этих событий, до повышения курса доллара. Ну вот, да. Так, я выбрала вот такой пробник. Там можно было один пробник выбрать. Хотя, да, заказала на 10 тысяч, и, ну, могли бы как бы побольше пробников мне разрешить. Попробуй новый аромат, но он уже не новый, вот такой вот. Я его, кстати, пробовала, по-моему, в магазине Rive Gauche, Kinzo, и он мне, кстати, очень нравится тоже, да. Это вот такой вот, сейчас покажу, как выглядит, вот так вот выглядит бутылочка. Он, по-моему, новый, он, по-моему, вышел в прошлом году, что ли, мне кажется. Не знаю, тут не написано дата выпуска, вот, но... Давайте я нанесу. Он мне очень нравится, кстати. Он тоже такой сладковато-цветочный. Это, как это, пупи букет, да, называется? Вот так вот называется этот аромат. Тоже, кстати, присмотритесь, девочки, кто вот... Да, это такие цветочные, чуть-чуть сладости. Знаете, когда вот цветок распустился, начинает благоухать, и немножечко он такой сладковатая пыльца такая на нем. Вот это вот он. И при этом он такой немножко свеженький,
Мне кажется, на лето вот он отлично подойдет. Но опять же, если жара там плюс 40, ну как бы понятное дело, что ни один из... Я просто говорю на лето, но в Питере лето 20 градусов, дай бог будет 25, уж это мы уж порадуемся совсем. Вот так обычно лето у нас не такое уж и жаркое, поэтому парфюмерии летом я пользуюсь всякой разной, и согревающей, и такой, ну, в общем, разной, да. А те, кто живет на юге страны, да, мне просто иногда пишут, что такой ужасный аромат на лето, я чуть не задохнулась. Если у вас стоит 35 в тени, то, конечно, любой аромат, который вы на себя нанесете, он будет душить, это понятно. Но вот этот, да, он такой цветочный, он, кстати, очень вкусный, вот этот аромат. Попробуйте обязательно. Он и в Ревгош, и, по-моему, в Литуаль представлен. Но вот я помню, что я пробовала его в Ревгош. Он такой цветочный, нежно-цветочный, чуть-чуть сладковатый, и при этом такой воздушный какой-то, что, блин, не скажу, что сильно там свежий. Такой какой-то воздушно-цветочный. И, кстати, он, я тоже его прыскала в Ревгош, он достаточно стойкий должен быть, по крайней мере, этот аромат. Так что еще дополнение к моим пробникам, которые я чувствую буду использовать все лето, потому что у меня тут их на самом деле много всяких разных. Тут еще какие-то у меня отливантики маленькие, откуда они у меня только взялись, не знаю. Байреда у меня тут есть чуть-чуть, ну в общем у меня тут куча всяких на самом деле. Что-то тут какие-то Винсе кому-то, вот эти вот ароматы мне очень нравятся. Кстати, на лето тоже я очень всем советую. Я не знаю, куплю я себе в итоге или нет. Вот этот вот аромат, вот Винсе кому-то, по-моему, так правильно произносится, вот это вот капри, это свежий белоцветочный аромат. Очень его советую, по крайней мере, потестируйте. Я знаю, что он точно представлен в Ревгош. На лето, девочки, это бомба. Я вот уже второе лето, как хочу его приобрести. Не знаю, в итоге приобрету или нет, потому что у меня, в принципе, хотелок много. У меня всего 4 аромата Татар Коллекшн, а их же там много, поэтому доберусь я вот до этого или нет. Но вот этот очень хорошо на жаркую погоду. Он прям такой воздушный, белоцветочный, тоже очень классный аромат. Вот. В общем, вот такие вот у меня, вот такая вот у меня история с ароматами. Ну, парфюм Де Марли, боже, вот сейчас вот у него уже начинает такая легкая пудровость, какая-то сладость. Потом, ой, вообще, это балдеж. Это просто балдеж, девочки. Я прям, я буду сейчас весь май и летом я буду его наносить. Я как бы такая, я могу, так что очень советую. Ну, как советую, 10 тысяч стоит, да? Советую купить вот такие наборы и попробовать тестеры. Вообще, сравнивайте вот Рандеву и духи РФ. Но я все-таки некоторые ароматы сравнивала. У меня должна сейчас прийти посылка с Рандеву. Я заказала там себе аромат, тоже который давно хотела, давно тестировала. Надо как-то свои хотелочки немножко, да, исполнять. Но вот это вообще, это любовь с первого вздоха, девочки. Лучше бы я его не пробовала, да? Купила бы что-нибудь отдельное себе. Но это просто балдеж. Это просто. Это моя любовь. И я теперь буду им до конца мая обливаться просто с ног до головы. Хотя пару пшиков достаточно, чтобы благоухать целый день. Вот. В общем, ссылочки я вам постараюсь оставить все под этим видео. Ну и на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.